Друзья, сегодня день кошек. Но я знаю, что многие их не любят. Кошка очень самостоятельное животное, и она требует особого внимания и особого отношения. Друзья, сколько раз мы просили помощь о кошках, отзывается очень мало людей. И тем не менее, ребята, они живые, и мы просим для них помощи. Нам необходимо построить открытый кошатник с выгулом на улицу. Помогите нам, пожалуйста. Здесь сидит мало. В соседней комнате сидят еще в других бытовках, таких же тяжелых маленьких помещениях. Мы кусками разбросали наших подобрашек. Ребята, им нужен хороший выгул. И мы просим вас об этом. Просто по-человечески просим. Помогите. Они ведь не виноваты, что они живут рядом с нами веками. Не виноваты, что мы их приручили. Я прошу у вас помощи для тех, кто поет от боли и сам за себя попросить не может. Я прошу вас о кошках. Пожалуйста.
Это Каролина. Она у нас сидит с диагнозом полипы. У нее в носовой полости мы сдавали вирусные инфекции ПЦР. Они пришли отрицательные. То есть у нас полипы появились не в связи с вирусной инфекцией. И она у нас ожидает хирурга. Здесь находятся животные, больные лейкозом. Те, кого мы сдали дважды анализы, и он подтвердился. Здесь те, кто болен смертельно, и кто проживет, кто-то 2-3 года, кто-то может быть 5. Но, ребята, они имеют право жить, и они хотят жить. Мы не знаем, почему раньше этого не было, но сейчас все больше кошек, подобранных нами, являются зараженными лейкозом и больными лейкозом, и носители лейкоза. Ребята, тот, кто выпускает ваших кошек на свободный выгул, помните о том, что они могут заразиться лейкозом. Если вы любите свою кошку, не выпускайте ее на свободный выгул. Сегодня день кошек. Друзья, я обращаюсь к вам от имени приютских кошек, от имени тех, кто болен, и кто не так уж много просит, просто немного внимания, помощи и поддержки. Друзья, если вы немножечко любите кошек, хоть немного, помогите им, пожалуйста. Они имеют право на жизнь. Я прошу вас, помогите кошкам приюта. Из бытовки забрали кошек, пересадили сюда на улицу. Им здесь лучше намного, спокойнее. Ну, хотя бы так, ребята, пока. Но хоть на свежем воздухе, уже не в духовке, в этой в бытовке. Там, где все-таки душновато очень сильно. А так им хорошо, они играют. Здесь взрослые кошки с двумя прививками, стерилизованные. Сейчас они немножко привыкнут и будут выходить.